вибирай, мою сердце пойми. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя. И Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Это мы здесь читали, что Иисус сам пришел к Иоанну. Не его родители привели его, он сам. 13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Это было решение самого Иисуса идти к Иоанну креститься. Это не было решение родителей или каких-то взрослых. Нет, сам. И когда он пришел к Иоанну, Библия говорит, что Иоанн удерживал его. Иоанн не хотел его крестить. Он не хотел. Потому что Иоанн думал, что Иисус больше его. Как он может, будучи маленький, крестить Иисуса? Или что Иисус, ну, он же ничего не делал, не грешил ничего, да? Как, зачем его крестить? Вот так Иоанн размышлял. И Иоанн поэтому не хотел. Но следующий стих говорит, что но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь». Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И чего-то, когда Иисус это сказал, Библия говорит, что тогда Иоанн допускает его. То есть Иоанн что-то понял, когда Иисус это сказал, что оставь, пусть будет так.
пусть я буду большой, пусть я буду святой, и ты маленький, но все равно, крести меня. Он там сказал. Потому что Иисус сказал, что мы должны исполнять всякую правду. Всякую правду. Вот. И сейчас, когда мы изучаем школу мудрости, да, то и об этом тоже со временем будем говорить. Потому что мудрость — это ничего такого. Это просто найти, что говорит Бог и делать. Это мудрость. Вот и все. Если Бог говорит, крестись, и ты и делаешь. Сиди тут, и ты сел. Не ходи, ну, плохие места, ты не ходишь. Это мудрость. Мудрость — это не что-то там крутив в голове, там, придумывая что-то, нет. Мудрость — это исполнение истины, правды Божьей. Вот. Поэтому, когда Иоанн понял, что да, каждый человек на земле имеет право на крещение, потому что Бог установил это. Вот смотри, какая у нас сегодня природа, как мы страдаем, да? Потому что мы начали разрушать природу. Мы, когда разрушаем истину, тогда будет страдание. И вот почему, слава Богу, я это позавчера с Мечиславом, ну, подумали, если погода такая, и мы страдаем, а как жить в аду? Ну вот, погода, вот даже, ну, 30, уже плюс 30, все, мы уже страдаем. А как жить дальше, и все время, и каждый день? Ну. Смотри.
Yeah.
спеши тебя на Деву Мудрота. Чи має тут фотографуєш, Орді? Так, так, так. О, королю! Господь, ми благодарим тебе. Алілуя! Спасибо, Господь, за твою победу. Что люди переходят. Переходят из царства тьмы в царство света. Что люди спасаются. Господь, дай, что мы крестили миллионы людей, Господь, для твоего царства. Во имя Иисуса Христа. Благослови, храни нас, Господь. Слава тебе. Благодарим тебе. За эти миллионы душ, которые мы спасаем, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вадим, Снайкина. Аллилуйя. Поздравляю тебя. Вадим. Єзус Вардов, Швентой двася буксуму міс, Швентой двася припільдик мус, паламік мусу бендравима, кат мяс мілетумем вінас кіта, кат мяс палайкітумем вінас кіта, Вєшпатя. Ачу Тав, Вєшпатя, що Та стала, Єзус Вардов. Амен. Амен. Ір мяс дабар вісі вайшінкі мяси бендрав. Давайте це саме. Послушаем каждого из вас, да? Ну, свидетельство. Ну, будем кушать. И, вот, например, я чуть-чуть послушал Сигитаса, и меня сердце очень порадовалось, понимаешь? Он что-то сказал. И я хочу, чтобы каждый что-то сказал, который крестит. Вот, когда вы закончите, тогда те, которые уже давно с Господом, будут тоже говорить. Но мы начнем с вами. Сегодня ваш день. Да, те, которые крестились, как вы свидетельствовали, как Иисус пришел в ваше сердце. И вы можете сидеть, кушать и будем общаться. Вот, короче, возьмите, пожалуйста. Так, где твое место? Пожалуйста, присаживайтесь. Это помог набрать и садиться. Давайте сюда, я вам поставлю. Вера Пушкина, Дева Мудрота,